Это сейчас очень такая важная тема. Это вызывает системное воспаление. То есть в организме вызывает системную воспалительную реакцию, вялотекущую системную воспалительную реакцию. И в связи с этим дефицит омега-3, в частности, является фактором риска по возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Но если мы ведем речь о беременных, то это патология беременности. Потому что во время беременности кровообращение очень важно. Это питание плаценты, это кровообращение в плаценте. И когда есть дефицит омега-3, поскольку она является исходным компонентом для многих веществ, которые расширяют сосуды, в том числе плаценты, если есть дефицит, то, соответственно, есть такого плана нарушения плацентарного кровотока сердечно-сосудистой системы у беременных. Если омега-3 не хватает, то опять-таки организм эмбриона, плода, он начинает замещать вместо омега-3 жирных кислот в состав клеток начинают входить другие менее качественные жиры, которые хуже выполняют свою функцию в качестве компонента клеток, чем омега-3. Второй, третий, особенно триместр беременности, очень активно растет головной мозг у плода. И если есть дефицит омега-3 жирных кислот, то уже на этапе создания, закладки, созревания центральной нервной системы уже по своему составу эти клетки не совсем получаются полноценными. Попросту омега-3 практически всегда есть дефицит. Практически всегда есть дефицит, поэтому вместо нее организм включает в состав клеток другие менее качественные жиры, что приводит к системному воспалению в том числе. Есть исследования о том, что, конечно, лучший вариант, если омега-3 поступает в виде морской рыбы, поскольку, вероятно, там помимо омега-3 содержатся еще какие-то важные компоненты, которые нужны для того, чтобы ее эффекты раскрылись полностью. Но тут есть свои «но», в частности, для беременных. Морская рыба часто содержит средовые загрязнители, метил-ртуть, органические там, пестициды и так далее, потому что морская рыба часто добывается в районах с высокой промышленной активностью, что для беременных, конечно, это не очень хорошо. Поэтому путь восполнять омега-3 из различных добавок, препаратов, содержащих омега-3 жирные кислоты, он более безопасен, но, возможно, несколько менее эффективен, чем если потреблять с продуктами питания.